Такая вот у нас тут шляпа. Труба идет толстая. И в самом слабом месте она лопнула. Сделали вставку из стальной трубы. Сейчас покажем, как это в сборе выглядит. Закончили работу по самокату. В общем, интересная получилась здесь история. Здесь идет внутри витой провод, очень много витков, и очень сложно его пропихивать через всю эту конструкцию еще вместе с тормозным тросиком. Закончилось это тем, что у нас электрик 4 дня занимался протаскиванием этого провода туда. Когда он его протащил, оказалось, что он слишком длинный, и обратно его туда внутрь просто не вставить, эта спираль мешает. Витая, она просто застряет, и все. В общем, обрезали достаточно много провода, поставили новый разъем, потому что тот был вообще какой-то фиговенький. Поставили нормальный разъем с гаечкой, который фиксируется хорошо. Стали проверять, оказалось, что здесь внутри, вот в этой базе, может быть, мы и повредили, пока пропихили. Может быть, во время поломки, когда это слишком сильно загнуло, оказался один провод перебит. Соответственно, пришлось опять разбирать, опять заново все это менять. В общем, самокат прикольный, ей это очень интересно. Но вот здесь как-то вот здесь вот гаечки, с той стороны винтики, гайки, которые фиксируют колесо, как-то очень плохо закручиваются. То есть резьба слабая. То есть такой он какой-то вот непонятный. Куга М2 Pro. То есть он прикольный, но вот есть какие-то такие мелкие винтики, гаечки, которые некачественно сделаны. Может быть, уже просто резьбы сорваны, я не знаю. Человек купил его бэушным, проехал на нем 200 километров, вот какие-то проблемы у него уже возникли. Но самое слабое место, вы видели, просто сломало эту ерунду. Такой вот обзорчик на починку самоката.